Сегодня 31 января 2021 года. Решил прогуляться. Раньше, всегда я, живя в Риге, слышал, ах, неожиданно пришла зима. Здесь, в Англии, какой раз уже за тысячи лет неожиданно приходит наводнение. Раз в год точно оно бывает. Так, река разлилась. Все залито. Хотя, с другой стороны, это и вся почва становится немножко мокрой и на все лето сохраняется. Может быть, с одной стороны, это и хорошо. Вот. Река. Вот река. Тренд. Река Тренд. Во, как залило домик. Но это еще не сильно. Бывает и сильнее. Гуси. Лебеди, гуси. Гуси-лебеди. Сейчас мы их хлебом покормим. Про хлеб здесь отдельная история. Вот английский хлеб. Квадратный. Не знаю, мне кажется, преступление перед человечеством. Технология изготовления его 30 минут. Любого этого хлеба. Я не знаю, как можно изготовить от начала до конца за 30 минут хлеб. Просто не знаю. Кстати, вообще-то их нельзя кормить хлебом. Но чем-то кормить-то надо. Так вот, кормежка. Ай! За руку схватил меня, за пальцы. Ребята. Отрывают. Отрывают. Просто с пальцами. С пальцами отрывают. Ну кто тут еще? О. Ладно. О, кусачки. Нате вам, не деритесь. Эй! Ну что, положим последний тут. Ладно, все, пойдем. Ну вот, так река разлилась вся. С моста посмотреть. Все залило. Все залило. Ну, попробуем где-нибудь погулять. Вот такая прогулочка сегодня. В сапогах. Вообще-то интересная история про сапоги. Они в Англии изначально назывались Wellington Boots. То есть ботинки Веллингтона. Это он придумал, в общем-то, резиновые сапоги. Сейчас в Англии локдаун еще. Хотя прививки уже начали делать. Вот Ирине в пятницу сделали прививку, уже первую этот, что там, не помню какая, в общем, мне не сказали. И на следующий день была вчера температура, вот, ну а сегодня вроде все нормально, но это первая прививка была. А вообще, как я понял, англичане стырили у ЕС кучу вакцины, теперь делают прививки. И очень много. Ну, посмотрим, что дальше будет. Ой, как глубоко уже. Вон мусорник под водой. Интересно, пройду я в своих сапогах. Не такие уж у меня небольшие. Но посмотрим.
Да, хочу сказать, что локдаун. И что интересно здесь про рыбалку. На рыбалку тоже запрещено ходить. Потому что, в отличие от нас, они ходят на рыбалку по-другому. То есть мы ходим на рыбалку один, ну, максимум два человека. Любим посидеть в тишине, в одиночестве. А здесь, если едут на рыбалку, то целой группой. 10-20 человек устраивают соревнования. Кто больше кильки поймает этой. Вот. Ну, а потом, как правило, они шли в бар, в паб в этот. Но пабы сейчас закрыты. Слушай, ну река, пипец. Просто пипец. Я просто под водой стою, все. Ну вот. Так что рыбалку сейчас пока нельзя ловить. Мне чувствую, назад придется идти. Посмотрим, что будет дальше. Конкретно. Слушай, глубоко. Надо, наверное, обходить все-таки. Да. Не пройдем мы, наверное, там. Хотя, не знаю. Попробуем. Сейчас понял, что у меня где-то сапоги пропакают. Они уже лет 7 у меня. А я их как-то так не использовал хорошо. И чувствую, вода в сапогах. Но надо будет идти до дома побыстрее. А то и так еще заболеть можно. Ну, елки-моталки. О, сносит как. Сносит офигенно. Надо выкидывать сапоги. Покупать новые. Новые надо покупать. Ой. Да, речка разлилась хорошо. Вот церковь в Теппенхилле. Но это еще не сильное наводнение. Бывает и побольше. Вот мерный столб. Линейка. Это уже и город начинается.